на ремонте вот такое зарядное устройство БА-2, изначально на 6 и на 12 вольт, но не работает. Ну и обратил внимание, что нету переключателя, есть какая-то трудность, почему-то выскочил, и нужно решить вопрос, чтобы он работал. Ну и причем работал и на 6, и на 12 вольт. Сразу изначально, я еще не разбирал, но уже у меня есть вот такой переключатель. По идее, он сюда подойдет, как раз трехпозиционный. Теоретически сюда достаточно и двухпозиционного, или на 6, или на 12. Ну, этот тоже подойдет, будет и среднее положение, или на 6, или на 12. Будем разбирать и смотреть, что можно сделать. Итак, я снял крышку на 4 винта. Ну и суть поломки учу. Вообще выпала внутренность. Значит, от трансформатора идет два провода. Один для 6 вольт, другой для 12. И вот он идет на диодный мост. Провода на диодный мост. Получается, или отсюда сюда замыкается, или отсюда сюда. Вот я пошел другим путем, вставлю уже другой выключатель, середина идет на диодный мост, или сюда, или сюда. Потом, в зависимости от того, как оно там на самом деле будет, я не знаю, где какой провод, померяю. Или так поставлю, или переверну наоборот, тогда будет наоборот. Ну и сейчас подключаю, так как это зарядное устройство, и оно, судя по всему, все амперы передает через выключатель, поэтому запараллеливаю. Здесь отдельно блок контактов не спараллеленный вот здесь, поэтому нужно их запараллеливать, чтобы большая мощность и шла. Ну и все, теперь отсюда два провода, один сюда на оба, а второй сюда на оба. Ну и вставляем, вставлю сюда и буду проверять. Решил я проверить сначала, а потом запаивать, потому что проводов там не хватит, чтобы перевернуть. Получается, при у меня 6 вольт, если выключатель будет стоять вверх. Вот я поставил его вниз, меряю, все-таки наоборот. Нужны провода 5,9 вольт. Это немножко маловато, конечно, для аккумулятора 6-вольтового. Ну, такая регулировка. Когда переключаю наоборот, то показывает 13,7. Это нормально для 12 вольтового аккумулятора. Ну, как бы я решил, что лучше проверить, перепаяться правильно. Получается, что мне нужно не так, как я поставил провода, а наоборот, чтобы при включенном вверх сами провода, они там коротковаты, повернуть не смогу. Ну, если правильно перепаять, будет нормально. Все работает, включается на 6, на 12. То есть вот замена этого выключателя полностью решила проблему с зарядным устройством. Запаиваю, уже не буду показывать. Все просто. Запаиваю я хорошим паяльником, потому что там провода резвые, и нужно оба пропаять, и здесь особенно выпаивать было непросто. На канале сможете увидеть ремонт и другой бытовой техники, изготовление важных таких даже изобретений для дома. Увидимся на канале. Всего доброго. Ну что же, я поставил все на место. Переключаю вот 14,5 на 12 вольт. 6,6. Все нормально, видимо, был плохой контакт на 6 вольт. Ну, собственно, все исправлено.
работает. Вот я подключен к выходу проводу. Все нормально. На этом как бы все. Всего доброго.